Так, пошли дальше. Так, это шестая должна быть уже. Шестая коробка. По шестой коробке у нас тоже ничего. Продолжаем. Седьмая, то есть мы по 5 открываем, кто не заметил. По 5 нет. Восьмая. То есть у нас уже 28 тысяч. И всем привет, с вами я, Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня я вам покажу, в общем, такую штуку, которую я нашел в интернете, точнее, в Play Market. В общем, я нашел приложение, которое называется Warbox. Мы сегодня его всего осмотрим, но потом, может быть, я вам получше об этом приложении расскажу уже в другом видеоролике. Ну что ж, у нас здесь есть звание, квадратик, как и вообще в самом Warface. Так, варбаксы 50 тысяч. Я не знаю, как их брать, давайте проверим. Сложность легко, например. Так, а что из них надо делать-то, я не понял. Эти штуки, что ли, брать? Давайте мы их сейчас возьмем. То есть, надо не брать самые вот эти главные. Вот, сейчас посмотрим. Так, рекорд. Начать игру? Да. Давайте проверим. Нажмем «Да». Нажимаем, 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 нажимаем. Не пропускаем ни одного этого. Ладно, я пропустил. Так, еще одна давайте игра, последняя. Давайте проверим вообще нашу реакцию. Так, вообще здесь надо нажимать на именно Warface, а не Blackwood. Потому что Blackwood это, ну, злая команда, которая нам... мешает всегда играть. Так, все, я пропустил. Ладно, нет. Итак, у нас теперь здесь есть такие штуки, как склад. Ой, как коробки удачи, склад, пинбол, кейсы, мини-игра, контракты, достижения, статистика и об игре. Итак, мы нажимаем коробки удачи, мы переходим сюда, выбираем тот кейс. Так, например, давайте начнем с первого кейса, который у нас стоит сколько тут? 600. Вот, то есть мы сами можем пополнять эту штуку. То есть если у меня было 50 тысяч, то у меня сейчас уже 51 тысяча. Давайте откроем пока что именно вот такие вот кейсы, 10 штук, а потом мы закончим видеоролик на этом, наверное. Так, открываем, берем 5 у нас кейсов. Именно 5, вы видите. То есть это все открывается на телефоне. Так, нажимаем, и нам выпадает всякая хрень. Честно, какая-то хрень выпала. Но мы на этом не останавливаемся, мы продолжаем дальше. То есть у нас даже тратятся наши варбаксы. Вот, дальше. Открываем, ничего не получаем. То есть это варбокс, это, можно сказать, это просто симулятор варбаксов. Ой, варбоксов, короче, коробок удачи. Да, опять ничего не открыли. Четвертая коробка. Опять ничего. Пятая коробка. Так, пошли дальше. Так, это шестая должна быть уже. Шестая коробка. По шестой коробке у нас тоже ничего. Продолжаем. Седьмая, то есть мы по 5 открываем, кто не заметил. По 5 нет. Восьмая. То есть у нас уже 28 тысяч. Девятая. И последний, десятый, давайте открываем. У нас тут всего хватит, наверное. Так, открываем 5 коробок. Смотрим, выпадет нам ли или нет. Так, нам ни хрена не выпало, нам выпала какая-то хрень. Вам, наверное, не очень видно, потому что я снимаю с другого телефона, и он не такой качественный. У нас теперь 23 тысячи варбаксов. Ну что ж, давайте пока что на этом закончим. Тут реклама пошла, ладно, мы отключаем рекламу. Так, вот мы смотрели, в общем, данное предложение, которое можно найти в Play Market. Называется оно Warbox. Вот, можете здесь его самого посмотреть, поиграть здесь, все попробовать сами. Давайте проверим кейс. Вот просто кейсы, например, мне просто самому интересно, что это. Кейсы – это такие штуки, которые открываются именно ну, в крутых рангах уже.
Давайте попробуем открыть, давайте хотя бы вот этот первый кейс. У нас 10 тысяч кредитов есть. Давайте попробуем открыть этот кейс. Так, выбрать кейс. А, выбрать кейс, открыть кейс. Нажимаем открыть кейс. Это как у нас уже как в клетку уйдет. Видимо, да. И мы получаем 10 кредитов. То есть, если мы проиграли, даже еще не знаю, сколько мы проиграли, но мы точно проиграли. Видимо, да. Ладно, еще раз открываем. То есть, да, по идее, нам должно что-то выпасть. Так, нам выпадает какое-то оружие. Я точно не знаю, что это. Потому что нифига здесь не видно. Сидвиндер Веном. Очень вообще не видно почти. Маленький очень экран. И давайте последний вот этот кейс откроем. Блин, даже попасть не могу. Потому что очень все маленькое. Это очень маленькое все сделано. Даже вот попасть невозможно. Кстати, да, кейс глюченный. Ну, не знаю, может это исправит. У меня есть 97 тысяч еще. Так, вот. Выбрать кейсы. Вот. Блин, я ушел. Реклама началась. В общем, вот так вот как-то это все получилось. Давайте это отключу. Реклама очень мешает. Здесь можно открыть еще другие кейсы. Я не знаю, надо попробовать с другой штуки это все, весь обзор этой штуки попробовать. Я обязательно это все проверю. Ну что ж, ребята, вот так вот мы проверили. Пока что на этом все. В следующем видеоролике будет круче. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на баспичке, комментарии под видео. Всем удачи и всем пока!